Кого доклад? Да пошли вы нахуй с этим, блядь, нахуй. Какие ложки вам нужны? Что вам... Дай мне, блядь, пирожное поесть, ёбаный в рот, блядь, связинская. Чё, гоните, что ли? Сейчас я принесу две ложки, блядь. Вот сейчас поем, блядь, принесу. Ты что, дура, что ли? Нахуй. Что, блядь? Как он с Хабаровска, блядь, Спинзами, хуинзам, блядь, нахуй, ебанушка. Пройдите, пожалуйста, на свое место. Ложки мне дай. Ложек нет. Уважаемые пассажиры. Уважаемые пассажиры. Я прошу две ложечки, они говорят, финансовые. Пойдемте, подпишитесь. Скажите, что проводники вообще... Ты вообще нахер пошла? Не оскорбляйте пассажиров, это что такое? Сейчас я подойду. Не оскорбляйте пассажиров. Я же не оскорбляю, вы сейчас на вас заявление напишите, что вы мне вообще влажными руками, блядь, цепляетесь, мне противно. Вы противно за меня? Пройдите, пожалуйста, на свое место. Мне дайте заявление напишу. У меня проводник... Полиция придет. На работе вот, идет только, они мешают. Я ж ложечку попросила. У меня не свою я отдам. Пройдите, пожалуйста, на свое место. А почему он так хамит? Не она хамит, а ты чем хамишь? Понятно? Едь на место. По станции Ружина за вами придет полиция. Сначала хамит. Их не склад. Если за мной придет, я так вот так и тебе говорю. Я вот это вот ебало, блядь, как возьму, так пыну нахуй, сука. Ты тварь. Несовершенствие, чучело, я сейчас въебала, блядь, чучело. Потому что не можешь с ними разговаривать. Где вообще до этого? А я? Станцию, пожалуйста, открой. Пожалуйста, чучело. Игра, ты Нормально? Я на меня въебала, пидораска. Мальчушка вонючая.